Мені не проб'єш. Я проколупаю потвору зсередини. Що? Ні, ні, не. Почекай, послухай, Бекс! Якого астероїда? Він каже, що шкура затовста і зовні її не пробити. Та це ж просто ахінея. Я хотіла це йому сказати. Шкура однакова завтовшки зсередини так само, як і зовні. Я це і так знаю. Його шия розсічена! Ракета! Літай над його рилом! Ей, ти! Чулень переросток! Я тутошки! Обережно, Кріс! Гарбулянцеві батареї. Гарбулянцеві батареї. Це геть не те, що я сказав. Та вони коштують штуцер юнітів кожна, тому суверени найняли нас захищати їх. Не ляпніть при них зайвого, бо образливі, що триндець. А кара за такий прокол страта. Дякуємо вам, вартові, що поставили свої життя на карту. Ми не могли наражати на ризик громадян планети Суверен. Їх народжують згідно з канонами, запровадженими громадою. Кожен бездоганний фізично і психічно. Ми контролюємо ДНК нашого потомства, вирощуючи його в інкубаторах. У питанні розмноження мені до вподоби традиційний спосіб. Що ж, можливо, ви якось дасте мені урок з історії пережитків наших предків. Виключно з метою самоосвіти. Для мене це буде честь, задля науки чим можу. Хоча це, власне, доволі бридко. Я сам проти випадкових зв'язків. Ой, мовчи. Ваші піддані обіцяли нам винагороду за наші послуги. Розплатіться, і ми полетимо геть. Воз'єднання родини. Клас! Я так розумію, це ваша сестра? Я бачу в ній не більше, ніж винагороду, обіцяну на Зандарі. Її було затримано при спробі викрадення анулаксових батарей. Не знаю, що забажаєте.
Дякуємо, ваше святосте Аїша. А яке походження у вас, містер Квіл? Моя мати з землі. А як щодо батька? Він точно не з Міссурі. Це все, що я знаю. Я бачу, що у вас неортодоксальна генеалогія. Ви гібрид, який видається мені надзвичайно безрозсудним. Знаєте, мені казали, що у вас усі холодець у головах. Та це брудні інсинуації. Ах, грець йому. Знов я не тим оком моргав. Пробачте, я думав, ви цю фішку не вкорите. Хвали небеса, що живий виходиш. Розкажи мені. Хочеш батарейк недорого? Ну що, відвеземо голомозу на Зандер і обміняємо на бабки. From rats on up to riches, 15 minutes you can fly. Pretty blue lights along the way, help you ride on by. And the blue lights shining with a heavenly grace, help you ride on by. And there ain't no road just like it, anywhere I found. До батька мого доколупалась. Ти хто ця коза така? Я знаю, який ти щодо цього вразливий. Я не вразливий, просто не знаю, хто він. А якщо тобі здалося, що я з нею фліртував, пробач, це не так. Та мені байдуже. А мені здається, що не. На сьогодні все. І здесь публічний дом, а не мюзик-холл. Забудьте о техніці, ви повинні як слідує завести клієнта на всю ніч. Короче, у вас різні яйця, говорить йому доктор. Яйця. Дерев'яні і железні. Мужик непонимающе смотрит на доктора, а тот замялся и не знает, что сказать. Потом говорит мужику: «Дети есть?» Тот ему: «Да, двое. Пиноккио 3 года, а Терминатору 7». Это что, все? Да, черт возьми. А кто Пиноккио? Пиноккио – это марионетка из деревяшки, а Терминатор – железный. In the forest and must figure out how to survive. I invited over Joe Fox, an instructor with 20 years experience as Army Special Forces. He's just the guy to show my kids how to not get lost in the forest. Mom, Dad,
Come on! Hey, sometimes when you're out there lost, you don't have anything, it can be pretty scary, right? When we realize we're lost, it's like, I don't know where mommy is, I don't know where daddy is, we want to sit down and stop what we're doing. Why do you think we want to stop walking, Donovan? Because if we just keep running around, we're going to get exhausted. These are yours. Kevin wants his kids to carry bug-out bags with enough supplies to survive 3 days in the jungle. But to conserve energy, experts say bug-out bags shouldn't be heavier than 20 weight. For the girls, this is only about 3.5 kilograms. So Joe's giving the children...
конкретно вы сидели в тюрьме? Да ну ладно, давай сейчас. Вы переобулись? Ощущение, что вы сливаетесь. Это как? За-з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 а
недавно вы обвинили Ксению Собчак в том, что она с помощью админресурса собирает подписи за свою компанию на предприятиях государственных Екатеринбурга. Всем финансово-промышленным группам спущены указания собирать подписи. Путин, Собчак. Для начала, с чего вы это взяли? Я не обвинил, я просто сказал, как. У меня товарищ достаточно серьезный, ну, финансово-промышленная группа, там, руководит два завода. Он говорит, у нас откровенно, нас собрали, сказали, значит, собираем подписи, вот двое, Путин и Собчак. И для меня в этом не было ничего нового. Я говорил не о Собчак, я говорил о компании в целом, ну, и привел как пример. И когда Собчак стала вызывать меня на дебаты, я считаю, что она, конечно, перепутала. Я не кандидат в президенты. Дебатировать ей надо с Путиным. А со мной что дебатировать? Я сказал, я же знаю, что сказал. Я просто так не говорю. А ощущение, что вы сливаетесь. Вот. Это как? Ну вот, вот сливаетесь. Вы сделали заявление публичное. Ксения Собчак, в отличие от там, 99% русских политиков, давайте считать Ксению Собчак политиком, вот как бы тяжело это ни было, она вместо того, чтобы просто лжец и затихнуть, она сказала: Евгений, давайте поговорим. Она вас вызвала на разговор, а вы отказываетесь. Это как-то очень не похоже на вас. Смотрите, мне не о чем разговаривать. Я на самом деле к ней достаточно по-доброму отношусь. И если мне выходить разговаривать с ней вот так в лоб, то мне надо говорить все, что я думаю. Ну, в чем проблема? Я не хочу этого делать. В августе был баттл Оксимирона и Гнойного, да. Вы его посмотрели, вы записали видео на своем YouTube-канале, и первое, с чем вы стали делиться своим довольно большим впечатлением от этого баттла, вы сказали, вот как круто, как бывает, когда бывают дебаты. Вот пример отличных дебатов. Очевидно, что вы один из тех людей, которые хотели бы, чтобы Россия развивалась через публичную полемику, через... Оппоненты встречались друг с другом и не гранатометом друг по другу фигачили, не в суд друг друга отправляли, не в смысле, не в тюрьму друг друга отправляли, используя властный ресурс, а чтобы они разговаривали. И тут вам предлагают разговор, а вы на него не идете. Я не понимаю, почему вы не хотите? Вы же противоречите сами себе. Не о чем разговаривать, понимаете? Просто не о чем разговаривать. Прийти и секунду. На пальцах показать, почему вы... Смотрите, секунду, зачем? Я сказал правду. Она для себя совершенно точно понимает, что я сказал правду. И мне придется публично на всю страну ловить человека на лжи, доказывать, зачем мне это надо. Во-первых, доказывать очевидное в принципе неинтересно. Во-вторых, ну представляете, мне надо куда-то лететь, 2000 километров, потом лететь обратно. Сейчас 55 в самолете. Мне неинтересны эти дебаты. Ну они мне просто неинтересны. Мне есть с кем поговорить, вот я с вами разговариваю, потому что мне интересно. Вы всю свою жизнь посвятили тому, чтобы доказывать людям, что наркотики – зло. Это очевидно. Это самое неблагодарное и сложное занятие – доказывать очевидные вещи. Но вернемся к этой ситуации. Ну, там не о чем разговаривать. Просто не о чем. У меня не так много лишней энергии, не так много лишнего времени. Я найду чем заняться. А то, что меня там в чем-то обвинить, меня столько всего обвиняли.